Я вас приветствую на 10-дневном выживании с дончиком NAF4. Там вы можете увидеть в левом углу. Ну а мы вот так вот заспавнились. Вау, опасненькое такое местечко. Местечко-то. Первый блок, что я тут добуду, это земля. А чё я в креативе? Сейчас... Приношу очень большие изменения. У меня почему-то персонаж в креатив зашел, но это ничего страшного. Короче, мы начинаем свое выживание. Выживание, короче. Так. Добываем дерево. Так, раз. Добываем дерево. Раз. Делаем 4 сразу досточки. И делаем версточок, версточок. Ну, сначала нам надо еще подобывать дерево. Ну, я думаю, вот к ночи, вот на этот день, уже будут приходить. В общем-то, у меня одна запись получилась неудачно. Там я нашел алмаз. Ну, короче, это не важно. Так. Вот. Так вот, у меня 16 досточек уже, и есть верстачочек, в котором я могу скрафтить свою любимую кирочку. Кирочку для выживания, так как без нее невозможно прожить тут. Ну и, в принципе, пойти дальше развиваться. Но прежде чем пойти дальше развиваться, мне, конечно же, надо забрать свой верстачевчик. Вот так вот, хорошо. Пойдем дальше развиваться. Смотрите, какой я тут пролежу, такой. Ну ладно, приступим. А чё я кирку от дерева рублю? Я только сейчас до меня дошло. Так, а куда она спускается? В принципе. Где я заспавнился, был гигантский каньон, в котором, в принципе, может быть какой-то аниматроник. Но мы туда идем не за этим, нам как бы аниматроники особо сильно не интересуют на этом 10-дневном выживании. Нас больше интересуют ресурсы. Ну, я вряд ли по льду, а вот сюда вот вполне возможно. Я тут где-то железка привидел. Ну, уголь. Ну, в принципе, тоже, да, хорошо. Сейчас надо еще булыжничек добыть. Ну, уголь вот тут. Вот, а вот булыжничек надо чуть-чуть подальше пойти. Стоп. Вы слышали какое-то дыхание? Я вот лично слышал. Я остановлюсь, пожалуй, добыванием угля. Я слышала это оттуда. Ну, хотя мне надо сходить. По-моему, это шло либо оттуда, либо оттуда. Но я думаю, мне выгоднее будет подняться наверх. Я включусь, когда поднимусь. Но я еще накопаю тут гранита. Итак. Такушки. Мы выходим, и я... Я тут приметил, в общем, вон там вот поднимался и тут приметил. Это же из той сценки, когда сделали укус 87. Это же он, который поднял. Ну, как, конечно, главный герой это в маске Фоксика. Главное, это брат самого Нормала. А так это тоже как бы... Ну, кстати, мы уже встретили, да, первого, кто есть в этом моде. Я не могу этому быть не рад. Первый день уже кого-то встретили. Ну ладно, в принципе, я думаю, здесь будет 10 серий и 10 дней. Ну, это будет логично. Поэтому первый день мы на этом закончим. А в следующей серии, надеюсь, мы еще кого-то встретим. Пока что мы будем вот жить вот с этим вот штуковиной.